И почему этот корабль всегда тонет? Они были бы счастливы вместе. Ох, салфетки закончились. Хорошо, что есть запасная коробка. Хотела бы я, чтобы меня кто-то так же сильно любил. Сколько мусора вокруг. Мне нужна хорошо организованная система. Резинка для волос. Вот так. Соединяем две коробки. Получилась корзина для мусора. Готово. Итак, на чем я остановилась? Ах да, на самом грустном моменте. Как там пишется слово «ренессанс»? Ладно, сосредоточься. У меня рука устала. А как меня зовут? Ну уже! А? Что? Это какая-то пытка. Я прикрою глаза всего на минутку. Кто включил свет? Погодите-ка, уже утро? Да, я, похоже, уснула. Что за ведьма отражается в экране? Я не могу так в школу пойти. А нечего было полуношничать. Как вкусно пахнет! Это то, что мне нужно. Да! Эй, это не тебе! Ты что, опять всю ночь не спала? Все ради пятерки. Сделаю себе кофе. Свежий мед. Возможно, еще не все потеряно. Для начала смешайте ингредиенты в миске. Возьмите столовую ложку кофе и немного меда. Дайте меду стечь с ложки на гранулы кофе. Добавьте капельку воды. Хорошенько перемешайте. Возьмите ватный диск и разрежьте его пополам. А теперь аккуратно опустите обе части в миску. Пусть впитают смесь. Затем приложите половинки ватных дисков под глаза. Кофеин творит чудеса с опухшими глазами. Осталось немного подождать. Как же сложно быть красивой. И я такая... Лили? Я тебе перезвоню. Лили! Ты заснула за столом снова! Что? Твои глаза! Не знаю, что ты сделала, но это какое-то чудо. Да! Обожаю кофе! Вау! Наступило лето, а значит, приходится чаще брить подмышки. Ой, как хочется в туалет! Смотри, куда идешь! Бетти? А где твоя бровь? Я ее что, сбрила? Я не специально. Просто положи бритву, Бетти! Пожалуйста! Хватит! Что? Ты что, не видишь? Это же ужасно! Дай-ка подумать. С помощью ложки можно нарисовать идеальную линию. Сейчас построю форму брови. Я просто повторяю линию, видишь? А теперь закрасим по всей длине. Сработало. Даже незаметно, что она не настоящая. Посмотри сама. Дай взгляну. Ты, похоже, гений макияжа, Лили. Ох, пронесло. Вот эта игра была! Да, сложно. Я так устала. Они отличная команда, но мы-то лучше. Это точно. Видела мою подачу? Что ты делаешь? Не могу снять резинку. Ау! Волосы выдрала. Дальше будет хуже. Воу, погоди-ка. Попробуй кокосовое масло. Это поможет, обещаю. Я начну первое.
Наливаем немного на резинку и аккуратно снимаем. Резинки легко соскальзывают с волос. Волосы такие мягкие и приятно пахнут. Это похоже на кондиционер. О, не забудь. Ладно, мне пора домой. Пока. Пока, София. Вау! Оу, это было больно. Может вызвать скорую? Все в порядке, я только немного полежу. Оу. Вот это да! Вы только посмотрите на эти прически. Потрясающе! Может тоже изменить стиль? Но как? Будем пробовать. Берем ножницы. Была не была. Не трусь, это всего лишь волосы. Нет, на твоем месте я бы этого не делала. Поверь, у меня есть опыт. Давай сюда ножницы. Вовремя успела. У меня никогда не будет новой прически. Или... Кажется, у меня идея. С помощью резинки делаем хвостик. Убираем его наверх. А внизу плетем косичку. В конце будет очень красиво. Почти все. Задняя сторона готова. Теперь делим волосы наверху. И вставляем косичку внутрь. Протягиваем до самого конца. А вот и челка. Утюжком приведем ее в порядок. Немного тепла и получится как надо. Теперь расправляем вот так. Выглядит потрясающе. Мне бы тоже на странице журнала. Что ты натворила со своими волосами? Ничего не поняла. Ножницы же у меня. Просто я отличный парикмахер. Вау, новая расческа просто класс. Волосы от нее так блестят. Смотрите, что будет, если ими взмахнуть. Круто, да? Вообще замечательно. Отлично, я готова к свершениям. О, у Энни шикарные волосы. Хочу, чтобы и у меня были такие. Так, она ушла. Надо причесаться ее расческой. Вышло не так, как я хотела. Лучше снять резинку. Так нечестно. Я тоже хочу красивую прическу. Стойте, есть идея. Должно сработать. Для начала поднимем верхние пряди. Надо хорошенько их закрепить. Готово. Уберем этот хвостик в сторону. Теперь соберем оставшиеся волосы, так же, как и их верхнюю часть. Они тоже должны быть хорошо закреплены. Готово! А теперь следующий шаг. Верхний хвостик закроет резинку от нижнего. Больше никаких торчащих прядей. Выглядит как один цельный хвост. Надо снова причесаться расческой Энни, чтобы волосы блестели. Вау, Эва! Волосы просто класс! Спасибо, Энни! Блестят, как у тебя. Круто, Эва! Так и знала, что она без спроса возьмет мою расческу. Опаздываю! Что надеть? Почти готова. Вроде неплохо выгляжу, да? О, ножи! Почти все. Можно выходить? Да что не так? Ключи забыла. Надо бы сходить за ними. Да я следы оставлю. Мерзость. Так нельзя. Ужас. Похоже, придется снимать. Или только один. И поскакали. Вы идете со мной. О, давайте выходить. Получилось. Стоп, а телефон? Я не могу без телефона уйти. Я когда-нибудь выйду вовремя. Привет, Энни. Смотри, вот Амора. Энни, смотри, какой мем нашла. Я еще даже кофе не допила. Наконец-то я могу побыть одна. Рано обрадовалась. Кот на велике. Это же туалет. Спокойно. Пока. Эй, Энни, гляди. Ладно, показывай. Ну, смешно же. Ай, да ладно, смешно ведь.
если бы она тоже полетела с ним? А? Надеюсь, она готова. А, у нас свидание сегодня? Но тут беспорядок. Нельзя, чтобы Адам это увидел. Надо быстренько все прибрать. Почти готова. Избавимся от пыли. Что она там делает? Упс. Хорошо, хоть с прической все в порядке. Бегу, бегу. Привет, Адам. Проходи. Я как раз тебя ждала. Как насчет сока и поболтать? Ну что, мне уже пора. Я пойду. Спасибо, что зашел. До скорого. Классная квартира. О, это было жестко. А, вот и мой диван. Я вернулась. Можно досмотреть сериал? О, вот это я понимаю. Да где же она? О, она болтает с Адамом. Подойду к ним. Привет, ребята. Оу, у тебя шнурки развязались. Оу, а я и не заметила. Спасибо. Нет, все мои вещи. Вот умора. Божечки, только не это. Хоть бы они этого не заметили. Это, для подруг. Да что с тобой такое? Это грубо. Я тебе помогу, не переживай. Спасибо. Не за что. Пойдем, я от него устала. Постой, мы же болтали. Облом. Неплохо, совсем неплохо. О, надо было надеть леггинсы. О, да. У, это Эва. Энни, привет. Мои штаны. О, как здорово, что ты тоже здесь. Привет. Ты не представляешь, у меня столько новостей. С чего бы начать? Живот весь раздулся. Как неудобно. О. Погоди-ка. Алло? Не сейчас. Так вот, короче. Даже не знаю, сколько так выдержу. Что? Прямо сейчас? Прости, мне пора. Слава богу. О. Я так и знал, что ты здесь. Опять застегивать. У этого места богатая история. Ага, рассказывай. Божечки, как неприятно. И потом... Оу, мне пора, увидимся позже. Наконец-то одна, да? О, о, да. Мя-мя. У вас бывали подобные ситуации? Что вы обычно делаете, когда сталкиваетесь с такими проблемами? Расскажите в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Быстренько проверим телефон. Ой, кто-то звонит. Ах, какой милашка. Вот бы его обнять. Конечно, возьми что-нибудь у меня. То черное платье на бретельках? Ой, она оставила свою косметичку. Это мой шанс. Вот так, пора бежать. А вот и он! Черт, надо что-то делать! А где же... Вот она! Это точно сработает! Такие губы, так и хочется поцеловать! Надо распустить волосы и слегка встряхнуть! Фу, они прилипли к губам!
Но не знаю, может, этого недостаточно. Может, еще и этим воспользоваться. Да, почему бы и нет? Совсем немного. Какая легкая. Аккуратно нанесем на губы. Готово. И убираем. Вот и мой шанс. Ого, вот это да! Твои губы! Да, мы сейчас поцелуемся. Эй, а ну-ка стоять! Ты взяла мою косметику. Верни быстро. Вау! О, девчонки иногда такие страшные. Не, большого хот-дога с кетчупом. Думаю, этого мне хватит. Я возьму, спасибо. А, вот так. Еще больше кетчупа. О, гадость. На чем я остановилась? Готово. Иди к мамочке. А что это было? Моя футболка. Как ты могла так со мной поступить? Я случайно. Давай я попробую все исправить. Нет, только не плачь. Не знаю. Ага. Сейчас все исправим. Ладно, давай попробуем. Видите, как маркер вытекает в воду? Теперь нам понадобится пульверизатор. Готовы? Сейчас мы преобразим эту испорченную футболку. Закрутим ее вот так с помощью вилки. Затем немного подправим руками. Обернем ее банковскими резинками. И распылим сверху окрашенную воду. Чем больше разных цветов, тем интереснее. Для каждой части используем новый спрей. Кажется, все готово. А вот и твое произведение искусства. Она выглядит даже лучше, чем раньше. И пятна от кетчупа совсем не видно. Люблю тебя, подружка. Все так и задумывалась. Так классно провести время с лучшей подругой и поболтать обо всем на свете. Твоя помада. Надеюсь, тебе есть чем подкраситься. Упс. Не переживай. Я могу дать тебе свою помаду. Нет, у меня есть кое-что получше. Видишь? Берем ложку и любимую помаду. Слегка выдвигаем и отрезаем кусочек. Теперь подогреем ложку снизу. Берем небольшой контейнер и заливаем в него жидкую помаду. Добавляем вазелин. Хватит маленькой капельки. Смешиваем, чтобы получилось вот так. Вуаля! Достаем чехол. Наносим посередине горячий клей. И приклеиваем контейнер. Теперь помада всегда под рукой. Можно без труда накраситься. Совсем другое дело, правда? Заодно получился и блеск для губ. Имидж всегда имеет значение, даже когда ты в обществе подруги. Да, это правда. Отличная вечеринка. О, он такой красавчик. Эй, а ты классно танцуешь. Божечки! Серьезно, что есть у нее, чего нет у меня? Может, тоже так махать волосами? Танцуешь очень круто. Почему не получается? Так нечестно. Я же не виновата, что у меня не такие длинные густые волосы. Ты в порядке? Что случилось? Я бы тоже хотела такие волосы. Такие? Все дело в укладке. Давай помогу. Сначала снимем резинку и сделаем хвостик повыше. На макушке самое то. После этого берем волосы с боков и с помощью другой резинки закрепляем их на первом хвостике. Завяжем покрепче. Тебе так идет? Что скажешь? Не может быть! Это точно мои волосы? Спасибо большое! Ты лучшая! Пойдем танцевать!
А вот и ты. Вау, это самая лучшая ночь. Помашем волосами, подруга? Ю-ху! Девочки, можно поосторожнее? А, я опаздываю. Что надеть? Почти готова? Вроде неплохо выгляжу, да? О, ну же! Почти все! Можно выходить? Да что не так? Ключи забыла. Надо бы сходить за ними, да я следы оставлю. Мерзость. Так нельзя. Ужас. Похоже, придется снимать. Или только один? И поскакали. Вы идете со мной. Давайте выходить. Стоп, а телефон? Я не могу без телефона уйти. Я когда-нибудь выйду вовремя. Важно не только правильно наносить макияж, но и подправлять его в течение дня. Эта палетка слишком большая. А для кисточек места осталось? Без расчески не обойтись. Но и воду нужно обязательно взять с собой. Вот так. Есть еще местечко? Ни капельки. Может, взять сумку побольше? Мне осталось уместить только эту мелочь. Эй! Какие симпатичные ватные палочки. Лили, одолжишь пару штучек? Спасибо. Это будет круто. Зачем брать с собой всю косметику, если можно использовать ватные палочки? Просто окуните палочку в консилер, и когда наберете достаточно средства, достаньте ее из тюбика и положите в пакет. Не забудьте его плотно закрыть. Все готово. Такой набор куда угодно войдет. Даже в маленький карман. Все, мне пора. Пока, Бетти. Что за беспорядок? Ты серьезно? Здравствуйте, куртку можно оставить там. Держите, это... О, нет! Ого, что это такое? Ой, у меня такие сухие руки. Так стыдно. А если он мне предложение сделает? Нельзя ходить с такими руками. Надо что-то с этим сделать. Перчатки – самое простое решение. Держите, вот ваш столик. Фу, я так нервничаю. А вот и ты, какая красивая. Я заказал тебе выпить. Давай помогу снять перчатки. Нет, не надо, руки замерзли. Но я хочу поцеловать твою руку. О нет, он снял перчатку. Ой, что с твоими руками? Ладно, держи. Пожалуй, это была плохая идея. Не волнуйся, у всех иногда кожа сохнет. Эй, я знаю, что делать. Смотри туда, это алоэ. Думаешь, сработает? Почему бы не попробовать? Сначала нарезаем лист алоэ. Добавляем мед. Мед и алоэ обладают отличным заживляющим эффектом. А теперь надо растолочь их с помощью ступы. Это так расслабляет. Отлично, готово. Натираем этой смесью руки. Вау, кожа теперь намного мягче. Теперь можешь поцеловать мою руку. Я так рад. Сейчас, погоди-ка. Это то, о чем я думаю? Ну где же? Фу, мне так жарко. Что ж, хорошо, что нам обоим лучше.
Привет, Энни! Смотри! Вот Амора! Ау, Энни! Смотри, какой мем нашла! Я еще даже кофе не допила! Наконец-то я могу побыть одна! Рано обрадовалась! Кот на велике! Это же туалет! Спокойно! Пока! Эй, Энни, гляди! Ладно, показывай! Ну, смешно же! Ай, да ладно! Смешно ведь! Если бы она тоже полетела с ним. А? Надеюсь, она готова. А, у нас свидание сегодня? Но тут беспорядок. Нельзя, чтобы Адам это увидел. Надо быстренько все прибрать. Почти готово. Избавимся от пыли. Что она там делает? Упс. Хорошо, хоть с прической все в порядке. Бегу, бегу. Привет, Адам! Проходи! Я как раз тебя ждала! Как насчет сока и поболтать? Ну что, мне уже пора, я пойду! Спасибо, что зашел! До скорого! Классная квартира! О, это было жестко! А, вот и мой диван! Я вернулась! Можно досмотреть сериал! О, вот это я понимаю. Похоже, у меня место в первом ряду. Ну разве Кевин не парень мечты? Так, сейчас или никогда? Приветик, Кевин. Что читаешь? Кевин, подожди меня. Интересная книжка, да? Уж и я-то знаю. Книжные близняшки. Ага. Я просто пересяду сюда. Он что, ненавидит меня? Надеюсь, прическа не испортилась. Может, нам надо найти больше общего? Пришло время преобразиться. Видите фломастер? Покрасьте его чернилами в маску для волос. Хорошенько все перемешайте. Готово! Можете сделать маски разных цветов. Нанесите маску на прядь волос с помощью перчаток. Затем заверните фольгу. Можете покрасить много прядей или всего парочку. А теперь надо подождать. Готовы увидеть результат? Круто! И никакого салона не надо. Невероятно! Ага. Эй, ты покрасила волосы. Кажется, у нас больше общего, чем я думал. Поваляться у бассейна – это лучший способ провести летний день. Ой, чуть не забыла намазаться. Всего пара капель, и я буду сиять, как само солнышко. Все девчонки любят блестки. Да, я без этой штуки из дома не выхожу. А, солнышко сегодня такое классное, правда? Вау, что за красотка! Ради нее стоит выйти из игры. Извини, ты загораживаешь солнце. Вау, теперь я понимаю, куда ты делся. Эй! Тут еще одна красотка есть. Серьезно? Я что, внезапно стала невидимой? Почему со мной никто не разговаривает? О, я сейчас покажу, что нужно сделать. Для этого бьюти-лайфхака понадобится детское масло и бронзер. Поскребите бронзер деревянной палочкой и высыпьте его в бутылочку.
Видите, как красиво он падает на дно? Затем возьмите косметические блестки и высыпьте внутрь. Вот теперь то, что надо. Плотно закройте крышку и хорошенько встряхните. Это просто потрясающе! Нанесите немного этой смеси на кожу, и мотыльки слетятся на пламя. А, спасибо, что поделилась секретом. Мы принесли тебе коктейль, Лили. А это кто? Ты самая красивая девушка в мире. Да, сработала на ура. Немного лака. Закрой глаза. И мой шедевр готов. Как тебе? Это что-то необычное. В хорошем смысле или в плохом? О чем ты вообще думала? Не волнуйся, я все исправлю. Все любят розы. Та-да! Серьезно? Я как будто по кустам лазила. Но это моя фирменная прическа. С этим надо что-то делать. Что же использовать? Крабик может пригодиться. Теперь я знаю, что делать. Сначала завязываем волосы в хвостик. Затем слегка приспускаем резинку. Разделяем волосы и проталкиваем хвостик вперед. А крабиком фиксируем это положение. Вау! Мне так идет? Это так просто? Ого! Как ты это сделала? Ну, все. Я сдаюсь. Больше я здесь не работаю. А? Да что с ней такое? Это же всего лишь крабик. Да ладно! Нет, 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 нет! Есть кто дома? Кто-то пришел! Пап! Открывайте! Пап! Кто-то что-то сказал? Наверное, показалось. Что ж, вернемся к книге. Эй, я знаю, что вы дома! Ну же! Ладно, сейчас. Долго же ты. В любом случае, привет. У меня отличное предложение. Это сковородка. Спасибо, не нужно. А как насчет суперпылесоса? В вашем доме не будет ни пылинки. Нет. Окей, я люблю трудности. Вау, зацени-ка вот это. Твои уши и ноздри всегда будут чистыми. Вот. О, спасибо. Так, классно? Здорово. Ты кое-что забыла. О, точно. Пожалуйста. А? Ты издеваешься? Эй, не закрывай дверь! Не терпится попробовать. Надеюсь, сработает. Окей. О, щекотно. Мне нравится. Постойте, есть идея. Пап, иди сюда. Что такое? Не двигайся. Что ты делаешь? Доверься мне. Вот что у тебя в ушах. Фу! Гадость. Это правда там? Так не пойдет. Мне пора. Вот это гаджет. Неплохо, совсем неплохо. О, надо было надеть леггинсы. О, да. О, это Эва. Энни, привет. Мои штаны. О, как здорово, что ты тоже здесь. Привет. Ты не представляешь, у меня столько новостей. С чего бы начать? О, живот весь раздулся. Как неудобно. О. Погоди-ка. Алло? Не сейчас. Так вот, короче. Даже не знаю, сколько так выдержу. Что? Прямо сейчас? Прости, мне пора. Слава богу. О. Я так и знал, что ты здесь. Опять застегивать. У этого места богатая история. Ага. Рассказывай. Божечки, как неприятно.
И потом... Оу, мне пора. Увидимся позже. Наконец-то одна? Да? О, да. Есть. Уже чувствуется дух праздника. Ну какой праздник без воздушных шариков? Что? Ты что делаешь? Ногти еще не высохли. Серьезно? Очень вовремя. Эй! Мне это вообще-то нужно. Надеюсь, ты довольна. Моим ногтям конец. О, как жаль. Вообще-то, это к лучшему. О, ну почти. О, это просто ужас какой-то. Нужно их срезать. Сейчас, сейчас. Больно не будет. Вау! Да! Почти готово. Еще вот тут немного. Да, сложная работенка. Зато ногти просто супер. Ого, а у меня идея. Видишь шарик? Сделаю на нем несколько штрихов лаком. А потом опущу туда кончик ногтя. И повторю так со всеми. Идеально. А когда закончу, покрою ногти топом. Зацени, какие ровные линии. Все готово, видишь? Вот это я понимаю, командная работа. Это просто потрясно. О, гости пришли. Прячься. Божечки, я похожа на чучело. О! В этот раз не очень долго. Скоро закончим. О, тут немного страшновато. Может, лучше отказаться от этой идеи? Успокойся, все хорошо. Сколько это займет? Итак, все готово. Оу, она такая крутая. Так, у меня все получится. Смелее. Эй, вам чего? О, минуточку. А вы сможете повторить то же самое на моей руке? Оу, простите, нет. Нет? Почему? Вон знак висит. Только для тех, кому есть 21. Простите, не я правила придумала. О, окей. Я тогда пойду. Думаю, это хорошая идея. Эй, кто следующий? Так нечестно. Я была такой храброй. А теперь еще и макияж испортила. Это худший день в моей жизни. Она мне еще и нагрубила. А, не помню, чтоб я это покупала. Стоп, это то, что нужно. Сделаем трафарет. А теперь наклеим туда, куда хочется. Переходим к клею. Размазываем его кисточкой. Готово, теперь блестки. Главное не пропустить ни одного местечка. Немного похлопаем, чтобы хорошо схватилось. Вот так, снимаем трафарет. Как мило! Теперь нужно смахнуть лишние блестки. Вау, круто получилось! Обязательно надо сфоткать. Такое стоит выложить в Инстаграм. О нет, мама идет. Надо избавиться от этого. О, не стирается. О, посмотри на себя. Сделай одолжение, приберись тут. Конечно, люблю тебя, мам. Фу, чуть не попалась. Раз не очень долго, скоро закончим. О, тут немного страшновато. Может, лучше отказаться от этой идеи? Успокойся, все хорошо. Сколько это займет? Итак, все готово. Оу,
Вау, она такая крутая! Так, у меня все получится. Смелее. Эй, вам чего? О, минуточку. А вы сможете повторить то же самое на моей руке? Оу, простите, нет. Нет? Почему? Вон знак висит. Только для тех, кому есть 21. Простите, не я правила придумала. О, окей. Я тогда пойду. Думаю, это хорошая идея. Эй, кто следующий? Так нечестно. Я была такой храброй. А теперь еще и макияж испортила. Это худший день в моей жизни. Она мне еще и нагрубила. А, не помню, чтоб я это покупала. Стоп, это то, что нужно. Сделаем трафарет. А теперь наклеим туда, куда хочется. Переходим к клею. Размазываем его кисточкой. Готово, теперь блестки. Главное не пропустить ни одного местечка. Немного похлопаем, чтобы хорошо схватилось. Вот так, снимаем трафарет. Как мило! Теперь нужно смахнуть лишние блестки. Вау, круто получилось! Обязательно надо сфоткать. Такое стоит выложить в Инстаграм. О нет, мама идет! Надо избавиться от этого! О, не стирается! О, посмотри на себя, сделай одолжение, приберись тут. Конечно, люблю тебя, мам. Фу, чуть не попалась. Сейчас закончу это задание, а потом обед. Вау, Энни шикарно выглядит. Вот это да, Энни, классные кудряшки. Спасибо, хотелось чего-то нового. Ох, волосы Энни, просто чудо! Тебе очень идет, Энни. О, перестань, ты просто заигрываешь. А мои волосы скучные и прямые, как всегда. Эй, может, ручка поможет что-то с этим сделать? Оберну прядь вокруг нее и подожду. Та-да! О, не сработало. Опять не вышло. Эх, лучше вернуться к учебе. Так, запишем. Тьфу ты, ручка не пишет. Надо на нее подуть, вдруг поможет. А? Эй, у тебя случайно нет запасной ручки? Извини, у меня только одна. Эва, не дашь мне ручку? О, ты такая грустная. Да, я расстроилась из-за волос. И все? Я могу помочь с кудряшками. Смотри, я возьму прядь и оберну вокруг двух пальцев. Просуну кончик вот сюда. Теперь надо завязать узел и спустить его вниз. О, так просто! Уже хочу увидеть кудряшки. Подожди, не развязывай пока. Надо подождать хотя бы минуту. Ладно, начинаю обратный отчет. Ну, теперь можно развязывать. Вау, вот это кудряшки! Пора завить всю голову. Эва, тебе очень идет. Без тебя я бы так не смогла. Спасибо, Энни. Не за что, Эва. Вернемся к заигрываниям. Стоп, куда он делся? О, вы шутите? Ну и ну. У нее не было бы таких волос, если бы не я. Вау, новая расческа просто класс. Волосы от нее так блестят. Смотрите, что будет, если ими взмахнуть. Круто, да? Вообще замечательно. Отлично, я готова к свершениям. У Энни шикарные волосы. Хочу, чтобы и у меня были такие. Так, она ушла. Надо причесаться ее расческой.
вышло не так, как я хотела. Лучше снять резинку. Так нечестно. Я тоже хочу красивую прическу. Стойте, есть идея. Должно сработать. Для начала поднимем верхние пряди. Надо хорошенько их закрепить. Готово. Уберем этот хвостик в сторону. Теперь соберем оставшиеся волосы, так же, как и их верхнюю часть. Они тоже должны быть хорошо закреплены. Готово. А теперь следующий шаг. Верхний хвостик закроет резинку от нижнего. Больше никаких торчащих прядей. Выглядит как один цельный хвост. Надо снова причесаться расческой Энни, чтобы волосы блестели. Вау, Эва! Волосы просто класс! Спасибо, Энни! Блестят, как у тебя. Круто, Эва! Так и знала, что она без спроса возьмет мою расческу. Вообще? Все еще болеешь, София? Я посижу вон там, ладно? Бедняжка. Мои губы! Они так шелушатся. Я знаю, что может помочь. Что? Тоже хочешь меда? Мед незаменим для сухих губ. Просто наносим немного пальцем. Омертвевшая кожа сразу отстанет. Ура! Губы спасены! Да чего же просто! Теперь можно добавить блеска. Я могла бы танцевать до утра. Ладно, пора снимать макияж. Это еще что? Мне нужно умыть лицо. Ладно, используем воду. Я похожа на монстра. Глаза как у енота. Надо что-то делать. Как же быть? Ну, конечно. Вазелин поможет снять макияж. Просто протрите им лицо, включая пятна туши. Втираем хорошенько, а затем удаляем мягким полотенцем. Да, вот так. Ух, все в порядке, я снова красавица. Поглядите-ка сюда, вау, какой браслет! Что? Это старье? Он такой тяжелый из-за бриллиантов. Круто! Сейчас волосы от лица уберу. Как тебе мои сережки? Вау, потрясающе! Я так завидую! Ну, смотри сюда. Впечатляет, не так ли? И это все? У меня улыбка на миллион. Не могу поверить. О, точно. Я ей еще покажу. Украшение для волос. Как тебе, Луна? Да ладно. А? Этого не должно было случиться. О, нет, упала. Как неловко. Эй, смотри. Вау, что это? Украшения крепятся на волосы. Вот так просто. А еще они разноцветные. Вау, как здорово. Я знаю, да. Я в восторге от этого стиля. Но, у меня такая скучная прическа. Вау, как сегодня светло. Ничего не вижу. Мои глаза. Так-то лучше. Сейчас закончу это задание, а потом обед. Вау, Энни шикарно выглядит. Вот это да, Энни! Классные кудряшки! Спасибо! Хотелось чего-то нового! Ох, волосы Энни просто чудо! Тебе очень идет, Энни! О, перестань! Ты просто заигрываешь! А мои волосы скучные и прямые, как всегда! Эй, может ручка поможет что-то с этим сделать? Оберну прядь вокруг нее и подожду! Та-дам!
А, не сработало. Опять не вышло. Эх, лучше вернуться к учебе. Так, запишем. Тьфу ты, ручка не пишет. Надо на нее подуть, вдруг поможет. А? Эй, у тебя случайно нет запасной ручки? Извини, у меня только одна. Эва, не дашь мне ручку? О, ты такая грустная. Да, я расстроилась из-за волос. И все? Я могу помочь с кудряшками. Смотри, я возьму прядь и оберну вокруг двух пальцев. Просуну кончик вот сюда. Теперь надо завязать узел и спустить его вниз. О, так просто! Уже хочу увидеть кудряшки. Подожди, не развязывай пока. Надо подождать хотя бы минуту. Ладно, начинаю обратный отчет. Ну, теперь можно развязывать. Вау, вот это кудряшки! Пора завить всю голову. Эва, тебе очень идет. Без тебя я бы так не смогла. Спасибо, Энни. Не за что, Эва. Вернемся к заигрываниям. Стоп, куда он делся? О, вы шутите? Ну и ну. У нее не было бы таких волос, если бы не я.